Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Если вы надеялись передохнуть от меня, так уже все, ничего не выйдет. Поздно, как говорится, пить боржоми. Я ж с ковидом справился, и теперь с новыми силами буду представлять вам свои нетленные произведения. Вот сегодня я хочу анонсировать вам свою очередную новую песню. И она опять будет песней вопросом. Вы же знаете, я очень люблю задавать всякие простые вопросы. Но в этой песне я уже задаю вопрос посложнее. Вопрос всех вопросов. А кто вообще придумал вопрос? Вопросительный знак. Что это был за чудак такой? Честно скажу, ответа у меня нет. Но, может быть, знает кто-то из вас. Поэтому с нетерпением буду ждать ваши комменты. Песня так и называется. Кто придумал вопросительный знак? И прозвучит она в эфире 16 марта. Вы только не забудьте подписаться на наш канал, потому что иногда здесь вы можете получить и ответы. Причем на самые глобальные вопросы, типа, что такое рок-музыка? До встречи, друзья!